Здравствуйте, Валерий Иванович. Это видео про ваш одуванчик. Вот смотрите, одуванчик сейчас наклеен на двухсторонний скотч на мой объектив для тестов одуванчика и для программирования. Вот таким же образом наклейте одуванчик на ваш переходник с линзой. То есть сначала прикладываете одуванчик по калибру, чтобы контакты его упирались во внутреннюю стенку. Здесь они немножко прижаты, но вы не прижимаете их. Вот смотрите, то есть приблизительно вот таким образом вот калибр на ваше кольцо накладываете и прикладываете одуванчик. Вот, чтобы одуванчик при установке на двухсторонний скотч не сползал назад, не сдвигался назад, наклеивайте его не только снизу на двухсторонний скотч. Вот он, кусочек тоненького скотча для того, чтобы клеить снизу. Но и к стенке задней вот этой дополнительной линзы, то есть на вашем переходнике есть такой небольшой выступ, стеночка. Вот так же, как здесь у меня наклеен одуванчик, на заднюю стеночку тоже наклейте 1-2 слоя вот этого более толстого прозрачного двухстороннего скотча, который предотвратит сползание одуванчика назад при установке на скотч. И затем вставьте адаптер без установленного на него объектива на камеру. Вот смотрите, я запрограммировал фокусное расстояние 58 мм. И диафрагмы от 2 до 16. Вот, когда вы убедились, что ваша камера показывает, устойчиво показывает диафрагмы, отметьте острым предметом границы, точные границы посадки одуванчика. И только после этого уберите его с двухстороннего скотча, уберите все следы скотча, только не сотрите границы одуванчика, и затем только обезжирьте и наклейте наклей. Внутри клея есть зубочисточка для его нанесения. Вот, там клея нужно буквально доля грамма. Сейчас я упакую одуванчик и отправлю его вам. Все делайте очень аккуратно. Если будут вопросы, пишите, звоните. Спасибо за покупку. Спасибо за внимание.